Всем привет! И, конечно же, в первую очередь я передаю особый привет и особую благодарность Юмир Ямато, который является, как я уже не раз говорил, моим учителем, моим другом, моим спонсором. И сегодня у нас опять будет майн, так как наш эксперимент все продолжается. Но сегодня мы отправимся на остров Сокровищ. Только вот сейчас надо решить, на какое именно место. Ладно, начнем тогда вот отсюда. Еще я передаю привет всем моим друзьям, кто меня знает по энтропии, с кем я вместе охотился, с кем мы вместе бегали, светили и так далее, чем мы только тут не занимались. Всем вам привет, я очень рад, что вы приходите, что вы смотрите, что вы хоть сколько-то это все нравится, так как лайки появляются. Ну, а для новых, кто заходит, выбегайте сразу, хоть немножко посмотрите. И увидите, что тут у нас и как происходит. Итак, почему мы сегодня попали, сейчас минутку, именно в это место? Если вы начинающий игрок, когда вы откроете или порт Атлантис, или Кейп Коринф, смотря где вы начали играть, как говорится, в какую сторону пошли, вам там возле телепорта, один из первых телепортов, который откроют, будет именно вот этот телепорт, то есть Treasury Island Castle, то есть замок острова Сокровищ. Вот поэтому мы здесь. Это еще одно место, где могут майнить новички. Только в этом месте надо немножко дальше бежать, потому что тут близко не дадут вам майнить. Они пишут, что это место не для майна, чуть-чуть надо туда отбежать, ну, смотря в какую сторону пойдете. Мы всегда вытаскиваем нашу скалочку. Я самое опять буду майнить на два ресурса сразу. А что это такое? Подождите. Я что-то не понял. За много пробок. И алло. Гараж. На 45 пи.
А, смотрю, что что-то не включилось. Понятно. В общем, опять будем забрасывать на руду и на материю. Как всегда, чтобы не было очень долго. И попробуем наше счастье на острове сокровищ. Я сначала хотел идти на 60 лет, но подумал, что это будет очень длинно и вам быстро надоест. Если вы хотите подлиннее заходы, то пишите в комментариях, и я, как говорится, приму это во внимание, когда наберутся средства, мы обязательно это сделаем. Ну вот, первый наш запрос, вот видите, написано, что мы еще не можем. Нам надо чуть дальше отойти. Так, сейчас я включу еще карту. Вот, видите, тут, всюду, весь этот остров выкуплен. Тут нигде нету земли, в смысле, такой, которая, это самое, как сказать, которая была бы без налога. Еще почему я сюда пришел, именно сюда. Здесь можно найти, значит, Force Nexus и средства, которые мне очень нужны, потому что у меня там что-то купилось этого и свита, и фруктов, и мне их надо что-то с ним делать, с них делать денежку. И, как говорил, это еще одно место, куда советуют идти майнить новичка. Правда, не знаю почему, но есть такое в описаниях, там, в училках по майну. Ну вот, мы опять сразу нашли двойной клайн. Ну, это, конечно, фигнюшка вот эта. Игрок молекулас, это... Чё, то ещё хрень. Ещё какой-то камень нашли. Ну вот, на 1.40 нашли Грео Молекулус и какой-то газурник нашли. Тут еще падают эти алмазики. Вообще камни нашли рядом. Ну, в общем, полный набор. Так, а это что? Я как-то не помню такое. Ну вот у него маркап 112%. Так, здесь вот этот, я, конечно, с ним сражаться не буду. Это этот, как его, ёжик электрический. Я просто не хочу тратить патроны. Вообще-то у меня их есть. Вот сколько, а, есть. На 6-5 лет. Даже не на 6, даже на 8. Ну, если что, отбиваться буду чем. Ну, и наш эксперимент продолжается дальше. Так, а куда мы идем? Мы идем не в очень хорошую-то сторону вообще-то. Ну, да прошвырнемся по всему этому островку, так как пробок у нас куча. Ой. Так, наверное, все-таки мы повернемся туда. Нет, вот туда давайте попробуем пройтись.
Тут очень часто майнят. Бывает, люди сюда приходят просто искать камни, фрукты без майна. Ну, как говорю, я не боюсь таких мест, где есть эти налоги, я на это как-то никогда не обращал внимания вообще-то. Я майню там, где мне нравится. Тут ежиков, смотрю, расплодилось. В общем, сегодня опять будем отдыхать. Релаксировать на майне и смотреть, что нам принесет этот остров лошади. Так. Опять забросим. Так, два бока выкопали на трипеды. То есть сколько забросили, столько и получили. Ну а сейчас вот пустой заброс. Новичков тут будете находить, если я точно помню, то тоже эту нефть будете находить, это самое бестериум, по-моему. Я давно тут очень майнил, как-то забылось мне эти начальные, что тут падает. А так тут очень много чего падает. Или та аренда, что хотите. Или PSAP, ну, в общем, куча всего. Но тут, как помните, тут ходят очень опасные мобы. Сами помните, в кого там Ямато стрелял, на кого охотился. А и на моем каком-то видео, помните, тут такие обезьянки бегают, мне было Зари нашло, четвертый, сейчас он его к себе вызовем, надеюсь, у нас никто не нападет. Как помните, тут Ямато охотился на этих майнерских роботов. Тут еще фоллы бегают, потом такие большие обезьяны. Ну, тут много кто бегает вообще-то. Так что идя сюда, берите оружие. Ну, конечно, в этих обезьян и похожих существ вам стрелять нет смысла, потому что вы их не убьете, а просто потеряете на патронах. А там до каких фоулей. А тут даже креветки бегают. Вот вспомнил. Эти, по-моему, которых ловить можно. Не особо красиво. Мы сейчас немножко пройдемся вперед и потом повернемся. Я просто не хочу вот тут рядом такие как озера и там такая местность типа. Просто хочу отойти вот поналишнее. Тут на этом острове есть еще телепорт вот тут вот. Вот вулканик Эдж, потом вулканик. Это Риверсайд, Трежери Айленд, потом здесь Трежери Айленд Сити, и тут вот какие-то ангары, там аж три или сколько там этих телепортов. Ну, сами все увидите, когда
если сюда придете, сами все откроете, полазите, посмотрите, как что. Я, как и говорил, снимаю просто свои приключения в энтропии, и я просто пытаюсь, как говорится, вылезти со дна, показать, что это возможно. Это, конечно, будет очень долгий процесс, потому что, я говорил, я депозитить не буду, и это очень много времени займет. Будет очень много серий, как говорится, но я думаю, это интересно. И мне самому интересно, и думаю, и моим друзьям тоже. А кто вообще интересуется энтропией, им тем более, увидеть, как живой игрок без депозита, без ничего играет, и особо-то не это сам, что-то там как-то там не то что проседает, но ну вот видите, вон там креветка, вон маленькая, тут у нас ежик вон бежит. Так что говорю, тут мобов хватает, но их можно или обойти, или так. Нам перестало падать как бы. Или это самое. Ну, в крайнем случае, конечно, можно застрелить, если у вас оружие достаточно сильное. У меня оружие нормальное, магию я свою, как говорил, продал, просто потому что сейчас я перестал пользоваться, то есть перестал охотиться, а еще потому что она очень медленно стреляет, и мое, допустим, лазерное ружье наносит больше урона и стреляет быстрее. Так, привязалась. Все тут. Ладно, не близко, я тебя убью. Вот так вот. Ладно. Ты как, да? Ну, сама напросилась туда. Так. А с тобой поступим пожестче. Вот так вот. Так, что она тут нам накидала? Какое-то говно. С 27 пек. Так, и куда сейчас мне идти? Мне надо идти туда. Если я точно помню. Ладно, все. Упс. Так. А так вы свободно можете спрашивать, если что интересно, пишите. В комментариях я сколько смогу отвечу, сколько я вот в смысле смогу со своих знаний ответить, потому что я тоже не все знаю. Так как вот не идем, что это за странное такое сооружение, что это за телепорт. Ну что, назад пришли? Не, назад я не хочу. Сейчас мы немножко в другое место зайдем.
Просто чтобы на этих мобов не нарваться. И зря патроны не тратить. Собираюсь с майна собрать где-то примерно 100 бед, ну, в общей сложности. Может, тогда схожу и сниму серию про эксерозавра на 100 бед. Пока что такая как бы... Ух ты, что это куда вылез? Это гадина такая. Дайте. Понравилось? Я не люблю таких нападений. В общем, что-то такое как бы придумал. Ну, все, увидим. Как говорится, как я и говорил. Поднимаем баланс и смотрим, что дальше. Это довольно-таки увлекательное занятие. Хотя бы лично для меня. Очень интересно, когда ты совсем ничего не видишь. А поднимаешься, поднимаешься и становишься, как говорится, круче, богаче, можешь себе все больше позволить в игре. Ну, игра сами знаете какая. Тут все делается за реальные деньги. То есть ничто не дается даром. Каждый выстрел – это реальная денежка. Ну, впереди еще одна креветка. Что-то ж мне так не везет. Спокойно по майне. Ладно, ее надо расстрелять, она к нам привяжется. Это уже проблемка. Туда... Но будем дальше пробовать избегать этих встреч с ними, потому что патронов мало. Тратиться я не хочу, а тем более, что это будет как бы испорченная статистика. Так, мы чего-то нашли. Дурулин, Дурулин Стоун. Четвертый клайм. Ладно, теперь, по-моему, мы можем уже... Ой, извините. Повернуться туда и идти так. Я лично сюда пришел, как говорил, за свинстафом и форс-нексусом. А все остальное, что попадется, будем смотреть. По маркапу там.
выгодно, невыгодно, что невыгодно, мы сдадим в ТТ и особо заморачиваться не будем. Ну что такое, опять кто-то рядом бегает. Надеюсь, не обезьяна. Тут еще такие бегают эти, как их, вот такие очень странные создания, я не помню сейчас как называются, но они тоже с одного удара убивают. Это кто такой? Ну, привет. Ладно, другого выхода нет. Хватит твориться, черт знает что. Не понял. Иди же. Что хрена творишь? Идем себе дальше, ищем наши сокровища. И смотрим. Тут не обращается внимания на это все. Это тут просто этих участков туча. И как с одного в другое переходите, вам сразу орет. Ну вот, как и говорил, тут вот это вот эти озера такие. Только не вздумайте там купаться. Вас там быстро сожрут. Там плавают такие рыбки. Довольно-таки агрессивные. И с ними не подружитесь точно. Так, что мы тут опять нашли? Глоссарий нашли, пятый. Тест, по-моему. Да. Да, именно он. Так, 1.40. 3. 2.30. Ну, почти на 8.5 уже нарыли. Сейчас еще прилетит на 2.5 с чем-то, по-моему. Или даже больше. Я все не запоминаю, сколько какой клайм приносит в первых. Так, 88, 1.08, 76, тут уже больше 2.5. Ну, около 3.5. Пошли дальше. Так что мы тут уже опять накопали. Хоть и были как бы бруски пустые, но опять вот удача. Как бы лучше, чем охота, сами видите. Ну, я, как и говорил, я вообще, когда начал играть, ну, может, не с самого начала, но я вообще хотел заниматься майнингом как-то. Потом меня потянуло на эту охоту, не знаю почему. Может, это и было моим таким плохим решением. Так как с этого, с охоты, во-первых, ну, как сказать, очень много лута, который вообще не маркапан. И с ним нечего делать. Его тупо бросаешь в ТТ. Это дно. В
второе, ну, затраты намного больше. Потому что, ну, сами подумайте, где купить, допустим, 101-ю скалку, там за 6, ну, за 7 пет, допустим. И там ее починить 5 пет стоит. Ну, так это не сравнить, где вам стоит пушка, там 30, 40 или 50 пет. Или там меч по 100 пет. Ну, я к примеру говорю. Есть, конечно, и скалки. И у меня у самого есть скалка 105-я, которая, чтобы заправить, стоит 80 или сколько там пет, я сейчас. Ну, сейчас посмотрим. Ну вот, 105-я, 82 пет. Чтобы ее полностью заправить. Но в начале, когда начинаете, вам она совсем не нужна. И мне, допустим, сейчас она как бы не нужна, она просто лежит у меня. И, конечно, ее продавать или там чего-то нет никакого смысла, потому что прокачаюсь, и тогда она уже будет нужна мне. А потом не ясно, за сколько ты ее будешь покупать, потому что есть такие, которые прокачанные, они 105, так они стоят бешеные деньги. Я за одну такую бросу, как это самое, там оставался час до конца, и началось там. Ее, по-моему, перекупили. В конце за 300 или сколько-то там пет, точно, ну, больше 300 пет, сами подумайте, какие цены. Ну, а как говорю, начинающим она совсем не нужна. Мы, по-моему, прошли точку сброса опять. Ну, ничего особого, еще нам хватит места побросать. Я думаю, мы продолжаем мои приключения, продолжаем реалити-шоу, продолжаем наш эксперимент в Майнинске. Тут что-то комментировать нету, поэтому я тут много можно вваливать. Опять пусто. Идем дальше. Так, а пробок мы разбросали. Ух ты, на 16.50. Ну вот сейчас опять у нас такое, как и бывает в майне, сами знаете. А тут три педа. Ну, пока что на 6, на сколько. Тут вот квартиры есть, люди, у людей. Магазинчики можно зайти, там что-то купить, если надо. И тому подобное. Возле этих домов там бывает, что нельзя майнить. Заходишь в некоторые зоны. Ну, посмотрим, как нам удастся. Как бы не хотел забросить пробочку. Так, опять пусто. Идем дальше.
И тут очень интересно, бывает даже, он когда идешь между этими домами, как бы жилыми этими, то там можно найти фрукты, допустим. Я сам находил там. Я тут говорил, что буду снимать еще про одну игрушку. Сегодня не уверен, что у меня получится, так как опять май, и мне сейчас как бы, ну, не то чтобы говорили, но я думаю, что такой, как сказать, что если я хочу что-то тут сильно поймать, то мне обязательно надо каждый день в этот май находиться. Я, конечно, может, в каждый тот день не буду выкладывать это свое похождение. Хотя мне не трудно, потому что я снова буду снимать. И как мне интересно, если, допустим, что-то там. О, форс микс, слушай. Что если, допустим, что-то большое найдем, чтобы заснять, чтобы увидели, чтобы поделиться с моими друзьями моим успехом. И самому это, конечно, интересно. Я тут, кстати, узнал еще одну вещь. Я не знаю, может, я куплю его в конце лета, просто у меня там очень много чего скапливается. Что будут очень большие у меня вот расходы в реале. Не знаю, получится мне это или нет. Ну, в общем-то, есть такой план. Купить одну очень интересную игрушку. И тут я очень интересовался такой темой, как по каналу Discovery есть такой, как сериал Gold Rush называется. И вот я даже на одном стриме рассказывал там Яматы про это все. Так вот, по этому, ну не то чтобы по этому сериалу, но выпустили игру. И там вы начинаете с нуля, и вы золотоискатель. То есть вначале, допустим, там вы майните с простой лопатой, и все там улучшается, покупаете технику, и то, и все. Ну, в общем, довольно-таки интересный проект. Я смотрел, вот тут люди проходят, снимают. Мне очень понравилось, и я думаю, что я куплю эту игру и тоже буду снимать, так как это очень прикольно. Так, перед нами какой-то моб где-то. Какой-то неясно где. И мы опять чуть не прошли точку сброса. Включил на ту искалку. Быстро. А кто там ползает такой большой, а? Кто там такой? Ух ты, ой-ой. Это обезьянка ползает. Это не есть хорошо. Она меня сожрет сразу. Ну, мы попробуем как-то обойти это все дело, выкопать это. По-моему, она нас заметила. Ну, пока к нам не идет, вроде бы. Но я буду линять отсюда. Что-то она мне не нравится. А застрелить я ее не могу.
Но у меня такого оружия нет. Ух ты, черт. Вон, сейчас мы к ней подлетим. Надеюсь, она меня не собьет. Вот, еще. Вот она. Видите, какая сейчас мы спустимся. Ну как вам, обезьяночка? А? Нравится? Хе-хе-хе. Ладно, взлетели, улетели. Что-то я с ней разговаривать не хочу. Так. Где она там? Ладно. Полетели, малыш. Давайте заберемся на эту гору и продолжим наше майнерство. Это кто? Что, еще одна? Бог ты мой. Еще одну. Ну, это, надеюсь, к нам не побежит. Так как она далеко. Бумс. Ну, как всегда, это у меня пилот хреновый. Как-то не дружу я с транспортом. Ладно, пошли. Итак, берем нашу опять скалочку и идем искать склад. Надеюсь, мы его найдем. Как помните, в прошлой серии я не нашел ничего особо маркапного, все скинул в ТТ. А так все, это все, как говорится, серии вам возвращает продажи с маркапом. Но иногда, конечно, к сожалению, бывает такое, что вы ничего не находите. И тогда уже вам никакой маркап не поможет. Ну, это ничего страшного. Так как говорится, так вот так вообще тут прозеваем. Опять фруктики. Это так бывает, тут ничего не поделаешь. Как и говорил, эта игра такая. Она вам ничего не нужна вообще. Она вам предоставляет уникальную возможность и уникальную услугу. То есть, что вы можете заработанные в игре денежки вывести к себе на реал. И не пользуются. Вот так вот. А за такие вещи, конечно, надо платить. И, как и говорил, тут надо играть по-умному. Если глупо бегать, что-то там творить, ясно чего, вряд ли вы тут добьетесь успеха. Я сам, наверное, тоже не особо умно играю. Не знаю, как говорится, не мне судить. Но на все нужно время, потому что тут, ну, такая игра, тут не по-быстрому.
Поэтому может иногда даже, ну как сказать, люди спрашивают, вот сколько заработал, то все. Тут очень трудно сказать про то, что заработал, потому что, как бы сказать, тут нету чистого такого выражения, что вот заработал какую-то сумму. Потому что, во-первых, вы в себя вкладываете, то есть скиллы развиваете, там покупаете себе броню, оружие, транспорт и так далее. И как вы можете померить это все. И вообще, по-моему, это в этой игре задавать вопрос, сколько ты в ней заработал, это просто глупый вопрос. Ну, такая игра, по-моему. Тут за месяц, за неделю точно ничего ты тут не заработаешь. И даже, как я понимаю, в моем понятии, тут нужен примерно год проиграть самое меньшее. И то это с депозитом, чтобы начать что-то тут как бы повыкаривать. Ой, извиняюсь. Ну, чтобы хоть что-то получать, начать стабильно. А так-то без депозита это 2-3 года как минимум. И то, смотря как вы будете играть. Потому что есть люди, которые проиграли по 5 лет даже, и они говорят, что они вот только начинают понимать, что в этой игре и как. Ну, как говорил, все, тут нету каких-то универсальных путей. Одному то, другому то. В общем, ищите свои пути. Смотрите, что я делаю не так. Если у меня, как говорится, не нравится или что-то, смотрите, что делает Ямато, что у него правильно, неправильно. И все будет у вас в порядке, вы научитесь играть. Как говорится, ну да, игра трудная, игра тяжелая. И особо, ну, нужно терпение. Тут не так, что побежал, настрелял. Я, конечно, опять повторяюсь, но это так. Тут запросто можно за день расстрелять 1000 и не одну долларов и потом плакать, что это казино. Это очень легко. Поэтому надо не подходить боевой, смотреть, есть ли какие-то, как это называется, энтропия Вики. Идите, смотрите там, читайте про монстров, увидели моба, его название, что трудно вбить в поиск. В энтропии Вики или даже так просто вбейте энтропии Юниверс, название моба, и вам выкинет, и будете знать, что с него падает и тому подобное. Если так, интересно, как говорил, пишите, я постараюсь ответить, конечно, если я знаю про то, что вы будете спрашивать. Я, как говорится, ну, конечно, много чего еще не знаю, но я учусь, я собираю как бы знания. И я ничего не показываю того, чего я сам не делал. Я все испробую сам. То есть все, что я делаю, я и показываю. Если где-то сглупил, ну сглупил.
была моя ошибка, но вам, по-моему, немного, как говорится, выгоднее увидеть, допустим, мою ошибку или еще чью-то, чем самим погореть на этих ошибках, когда вы будете свои ошибки делать. Вы потеряете свою денежку, еще что-то. По-моему, лучше смотреть, как вот кто-то другой ошибается. Я когда начинал играть самые там первые дни, я просто, ну, смотрел я эти туториалы, но там было, во-первых, на английском языке. Это одно. Во-вторых, там очень много этих видео есть со старых еще времен, которые, ну, много что отличается там от того, что сейчас есть. И только потом я нашел, не помню сейчас как, но как-то вот так очень странно появилось, что Яматы увидел стрим, по-моему, а может запись. Сейчас говорю, не могу точно вспомнить. Я зашел, посмотрел, мне понравилось, начал искать, потом все кончилось тем, нашел его в канал, подписался, и тогда уже начал у него учиться. Он не был моим ментором. О, сит, став наши скрипт, это самое. Я просто учился у него на стримах, мы много дискутировали, потому что мы оба такие новички, оба учимся играть, только разница та, что он играет уже, ну, в смысле, чисто играет около года, а так аккаунт у него уже 2 года. Я играю всего полгода. Сейчас уже идет 7-й месяц. И мы потом общались, нашли много чего общего, очень подружились. Вот такие начались и совместные приключения в Энтропии. И так, в других играх мы немножко пересекались. Ну, вот как-то так все. И как и говорил в некоторых предыдущих видео, я уже очень много раз как бы это самое хотел как бы покинуть эту игру, стереть ее к чертям. Но все время как-то получается, что откуда-то, как я говорю, как гриб какой, вылазит Ямато, он чего-то показывает, чего-то говорит, и у меня это желание пропадает, и я опять остаюсь в Энтропии, я опять играю. Итак, ребятушки, у нас опять 9-й клайм. Вот так вот, мы просрались уже по полной. О, кстати, первый раз, вот видите эти такие клевые деревья. Первый раз, как я их увидел, я думал, что это моб. Прикиньте. Это было нечто. Еще сдалека они так выглядят. Ну вот. Опять 9-й клайм. И как видите, видели, сколько мы пустую бросали. И вот сейчас вот. Всего один клайм почти все вам отбивает, как всегда. Вот так бывает на майне. На мобах, чтобы так отбить, ну, в смысле, на охоте, вряд ли вам получится. Там уже, если жора, то жора. Там пострашнее. Ну вот сейчас у нас этого навалит кучу. Глоссарина.
Вы можете его даже в аукционе продать. А не, у него 104%. Ну посмотрим, может переработаем. Может его выгоднее переработать, может тогда продаст. Итак, сколько мы уже тут? Ну 21 пет накопали всего. Так, ну пошли дальше. Сколько там нам? Нам еще 10 брызков осталось. Так вот, как и рассказывал, мы с Ематой очень подружились, начали друг друга поддерживать, начали в некоторых интересных событиях вместе участвовать. И вам тоже желаю найти тут в игре каких-то друзей, с которыми вам бы было вместе хорошо. Ну, с которыми было бы весело, потому что, допустим, в какой-то степени я лично сам, ну, больше люблю, как бы, такое вот странное, ну, понятие, как сказать, вроде бы игра мультиплеер, то есть много игроков, но мне вот почему-то в этих мультиплеерах всегда нравится как можно больше быть одному. Не знаю почему. Но, конечно, с другой стороны, и особенно это касается энтропии, то тут довольно-таки тяжело, потому что, ну, ты один, и там тебе возникают вопросы какие-то, еще чего-то, и ты не знаешь, чего делать. И это уже иногда даже как бы давит. И у меня так сначала было, пока я, как говорил, не ушел в Ямато с его видео, с его этими стримами. До этого времени мне уже было тяжело, потому что не у кого чего-то спросить, не с кем посоветоваться. И тут многим есть этот этап, когда очень трудно, очень хочется бросить эту игру. Ну, когда, если перетерпиваешь это все, то уже тебе это надолго. Потому что игра такая, если честно, она такая вот в какой-то степени, такая немножко как, ну, как бы тут сказать, наркоманская, не наркоманская. Ну, такую, как бы у вас появляется привязанность. То есть вы потом без нее не можете. Вы все равно будете возвращаться к ней. Ну, если это, конечно, вы истинный игрок энтропии. Если вы так, как сказать, есть и такие, которые играли, деньги просрали и все этим кончилось. Ну, а другим вот им она становится таким как наркотиком. То есть они не могут без нее. Мы нашли какой-то кобальт. Я первый раз такое вообще-то нахожу. Я раньше такое не находил. Вот сразу на 2.60. Сейчас посмотрим. Я такого никогда не видел. О, какой красивый. Видите? А что у него за маркап? 110%. Но его не особо-то покупают, я вижу. Еще какой совет могу дать. Хоть иногда это плохо кончается. Но вообще-то советуйте и так
такие игроки, которые давно играют, то с Майами все надо рефайн. То есть, что нашли, все перерабатывают. Но это, не знаю, насколько правильно, но, во-первых, это, наверное, в какой-то степени зависит от того, что, ну, как бы облегчается этот ресурс, когда рефайните, да? Он меньше весит. Вот в какой-то степени это влияет. Ну и вообще-то в большинстве случаев бывает, что как бы маркап больше бывает от рефайненного ресурса. Но иногда бывает, что получается как раз наоборот. Сами помните, я показывал. Даже, по-моему, в прошлой серии. Так, останавливаемся. Сбрасываем. Пусто. Идем дальше. Нам осталось 7 очков. Ну, как ни странно, мы совсем не нашли нефть тут. Вот это интересно. Как-то сегодня мы очень быстро тут все разбросали. Аж странно. Всего час прошел. Опять кобальт. Это что-то такое интересное. Я такого никогда не находил. А тут аж два запроса кобальта. Смотрите, может чего-то крупное выпадет нам. Все 6 бросков, но... А чем черт не шутит, а? Ну, кстати, мы опять на платной земле, и вот видите, опять находим 4-й, 3-й, 9-й, файл 5-й, так что говорю, по-моему, я вообще не понимаю эту систему этих налогов, как тут он сбирается, что происходит, но вот такое замечание, что из личного опыта, что я находил и там, если мерить в педах, то есть на бесплатных землях или на платных, я одинаково находил по, как говорится, по педам, если так посчитать. То, что мы вчера там плюсанули, так это... Не знаю, не потому, что мы на бесплатной земле копали. Это просто может быть отдача. Так как, помните, я в большой минус ушел. Больше 100 пет, там 140 или сколько даже больше. Вот поэтому могло просто так выстрелить. Ну и вообще, Майн, я говорю, я вот не знаю, почему я лезу на эту охоту постоянно. Ух.
хотя вообще-то знаю, чего я туда лезу. Я просто, как и все, хочу красивых огоньков, этих спиралек, музыки этой красивой. А в нормальной у меня этого нет. Вот поэтому, наверное, я и лезу на эту охоту. Так, пошли дальше. И, наверное, мне уже давно пора поумнеть и делать то, что надо. А когда набьем большой-большой бюджет, тогда уже можно идти охотиться. И тогда уже и там получать большой, как говорится, доход. Ну там тоже это нету никакой гарантии. Допустим, я знаю человека, который ходит, это самое, как он рассказывал, на один заход тратит 500 пет на охоте и радуется, если в ноль выходит. Так что он сами понимает. Ну и он играет вообще-то не первый день, как говорится. Он играет уже почти 8 лет, по-моему, как он рассказывал. Он говорил, что вот не везет ему на охоте. Конечно, на охоте может повезти то, что вы какую-то вещь выбьете. Но я тоже начинаю, как говорится, прихожу к тому, к такому мнению, как и Ямато, что если ходить на охоту только на шаровых мобов, там или в яму, допустим, где мобы шаровые, где неважно, каким ты оружием стреляешь, тебе может что-то прилететь. Ну, как говорится, тут нигде нет никаких гарантий. Ни в Майне, ни в Ханте, нигде. Нам никто не гарантирует, что вот даже вот эта цифра, что вы платите налог только там, ну, в смысле, что вы получаете 95-98% назад, как утверждают разработчики, она может и не совсем верная, потому что такую отдачу вы получаете со 100% оружием по эффективности. И когда уже у вас левел прокачан там этих всяких лутеров, тогда да, может быть. Но ни в коем случае не с таким оружием, с каким мы бегаем. Хоть и с усылками, хоть и как там, ну, точно не такая отдача. Может быть, говорю, там с 90%, 100% с таким оружием, может быть, в это я могу поверить. И если я занимаюсь охотой, как я говорил, самая главная цифра у вас эффективность. И, как говорится, я сейчас не то чтобы сделал ошибку, что вот, допустим, эту магию продал, да? У нее эффективность большая, но другой как бы минус, как я говорил, то, что она очень медленно стреляет, и пока ты выстрелишь, ты тебя прибьют просто. Вот и все, у нас опять двойной клайм,
И я поэтому так решил, что наверное, лучше я ее продам, а буду пользоваться только. Ну, мы опять кобальт нашли. О, нифига себе. Мы же этого кобальта чуть не на 10 лет, по-моему, накопали. Сейчас посмотрим. 5.20. Ну и сейчас будет там 2 с чем-то. Если мы дам еще одну, это будет точно 10. На 10 лет. Ну еще одну бы найти, было бы клево. Как говорится, посмотрим, что дальше нас ждет. Осталось всего 3 броска. И мы увидим результат. Тут мы сейчас как раз вот входим в участок звезды, где, по-моему, нету мобов совсем, если... И, по-моему, тут это бывает. Если идти вниз, повернуться сейчас направо, то, по-моему, там этот... Форс Нексус и Свитстар. Бумст, опять двойной клайм. Че нашли? Интересно. Че пошли? О, Форс Нексус. Что там еще не было? Ладно, сначала Форс Нексус выкопаем. Потом вот тут что? Газурдит. А я хотел кобальт. Ладно, я шучу. Чё такой маленький форс-мекс? Че, пошли дальше? Нам осталось, по-моему, 2 броска или 1. 2 бросочка осталось. Чего такое веселенькое выпадет? Кто-то в Аркаде Underground нашел Игнисиум на 155. Но как и говорил, это то же самое, что Фома. Пусто. Ну, всем тем, кто играется в эту игру, я, конечно, желаю только успехов. Если есть просадочки, ну что поделаешь. Вы сами знаете, что это такая игра. Тут такое бывает и часто. Зато потом
большая радость, когда вы эти все просадки отбиваете. Как, не знаю, может, сам придумал, может, кто-то где-то когда-то сказал, если не познал поражение, ты никогда не почувствуешь вкус победы. Так и тут. Если бы вы все время только шли в плюс, ничего не теряли, это бы быстро надоело, по-моему. И было бы неинтересно. Ну вот последний забросик наш. Последняя пробочка. И она пустая. Так вот, значит. Ну так, так, так. Отправляемся тогда к телепорту. Он тут рядом совсем. Потом отправимся в наш любимый борец. Там посмотрим, что мы получили. Подведем итожек. Ну, по-моему, мы не должны были тут особо в минус уйти. По-моему, мы даже, может, плюс вышли. Гарантировать не могу, но все увидим там. Так как тут опять будет Force Nexus и Sweet Stuff не будут считаться. То есть это Force Nexus почти 2 педа. А, ну это вообще немного. Там 4 педа сколько. А вот нам даже не надо будет никуда телепортироваться. Сейчас мы сразу и посмотрим. Так, заходим в терминал. Сел. Так. Сначала смотрим без этих. Ну вот. Мы... Так-то мы, если все считать, то... То мы 45 пек 89 пек получили назад. А если отбросить это, потому что мне нужна с них, ну, переработка, то мы на 3 педа не, даже не на 3, на 2 там с копейкой. Так что сами видите. Майн особых потерь не дает. Вот, не сравнить с охотой. Ну что ж, на этом я с вами сегодня прощаюсь. До новых встреч. Кто дождался конца, кто посмотрел, кому было интересно, пишите комментарии. Если ставите, ой, если нравится, ставьте лайки. Peace.